и назовем, ну, наверное, три самых престижных награды этого конкурса. Это коллектив, который получил специальный приз жюри за лучшее исполнение музыки Юрия Вайера, ведь наш конкурс носит имя этого прекрасного композитора, народного артиста России, профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Затем мы узнаем имя лучшего дирижера конкурса и, наконец, обладателя гран-при, то есть коллектив и его руководитель включают в себя все, что можно включить. Это и лучший концерт-мейстер, и лучший гран-мейстер, и лучший коллектив, и лучшая программа, и лучшая, может быть, программа, и лучшее исполнение всех произведений, которые коллектив исполнял на конкурсе. Итак, мы начнем.